Свои суда определите в соответствии с номером бухты. На схемах отмечены отсеки, в которых следует снять детали. Эти детали пригодны для ремонта судов Атлантического флота и других операций. Транспортировать их следует аккуратно. Вопросы есть? Курсант Виндет? Нет вопросов, старшина. В последнее время отмечены хищения подобных деталей. Кто это делает, неизвестно. Будьте осторожны. Виндет? Курсант Виндет? Крэг Маклахлен, Джей Гриффитс, и Джесс Бёрцл в фильме «Багс. Электронные жучки». Брайан и Джульет Броди. Смерть в воде. О ней мы ничего не знаем, а он работал в международном отделе банка Кэмен и Росс. Мы обнаружили, что он использовал чужие пароли для доступа к компьютерной системе. И что? Он исчез, когда понял, что его засекли. А старше кто? Фамилия МакТиран. Работал аквалангистом ВМФ, а потом Броди взял его в долю. Он наша единственная зацепка. Нам известно, что он живет в трейлере. Правда? Если нам удастся уговорить его побеседовать с нами, мы сможем проверить. На ком из вас костюм лучше сидит? На нем. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение, мистер МакТиран. Вы сказали, что у вас есть вакансии для бывших моряков. Верно. Наша компания основана адмиралом, который хочет помочь своим бывшим подчиненным. Ни разу такого адмирала не встречал. Пусть он говорит.
Итак, нам нужно заполнить необходимые формы. Могу я задать вам несколько вопросов? Эд? Повтори, сигнал очень плохой. Беккет с ним беседует. У тебя максимум полчаса. Вагончик на колесах. Вы говорили в телефонной беседе, что хотите положить в банк большую сумму. В мое распоряжение случайно попали вещи, которые я продал за наличные. Я уже не мальчик и не мог упустить шанс. А кто вы по профессии? Я 15 лет работал аквалангистом в МФ и 12 лет в коммерческой организации. Так, скажите, для чего предназначались те вещи? Об этом я не хочу говорить. Почему вы спросили, для чего они предназначались? Простите? Вы не спросили, что это за вещи. Хотели узнать, для чего они предназначались. Да это так. Осторожнее, он человек опасный. Это что за устройство? Нас подслушивают? Уверяю вас, мистер МакТирен, это недоразумение. Пусть идет. Сейчас все проясним. Беккет! Беккет! Куда ты ранен? Прямо в аккумулятор. Скажите мне, мистер МакТирен, если бы вы заплатили человеку за работу авансом, а он от нее отказался, что бы вы сделали? Я не отказывался, мистер Броди. Но собирались отказаться? Где детали? Что вы за них дадите? Вот что. Thank you.
Давай, пончик, уходим. Эд, он вернулся. Я знаю. Наша компания называется Кэмен и Росс. Они рыцари плаща и кинжала. Броди что-то задумали, нам ничего не мерещится. Вам не мерещится, мистер Гарри. То, что они ищут, у нас. Надо, чтобы Броди узнали об этом. Если эти ржавые запчасти ему так нужны, он придет за ними. Мы ждем звонка с минуты на минуту. Я думал, вы занимаетесь выявлением предателя нашей организации, а не исследованием рынка металлолома. Все взаимосвязано, сэр. Но мы пока не знаем, как. Вы понимаете, что уровень вашей работы снизился, мистер Гарри? Нет, сэр, служба безопасности работает хорошо, но... Слушайте, что бы ни задумали Броди, они знают, что делают. Они обошли нашу хитроумную систему безопасности и пытались увести огромную сумму денег. МакТирен изо всех сил старался спрятать это барахло. Ну что сказать, эти детали от лодок разных типов. Кораблей. Что? ВМФ нет лодок, там корабли. Но ведь канонерка-то лодка. Но при этом корабль. А воздушные суда это что? Например, вертолет. Алло? Да, можно поговорить с мистером Бейли? Это я. Я получил загадочное сообщение. А я получил от МакТирена странные детали. Вы собираетесь строить флот? Вам-то какое дело? Какова вероятность, что мы с вами встретимся? Выше, чем вероятность встречи с прежним владельцем. Нам надо встретиться. Да, я знаю. Кто из вас Бейли? Я. А это что за тип? Мой охранник. Я видел, как вы ведете бизнес. У меня жена нервная, что поделать. Присаживайтесь. Это деликатное дело. У вас есть рекомендации? Это мы с МакТирном на Тихоокеанском флоте в 85-м. Фотографии можно подделать. Слушай, солнышко, если бы я подделал фотографии, я бы чего получше изобразил. Ладно, слушайте. Мне не нужны детали. Нужна замена МакТирену. Для чего? Надо разобраться в оборудовании. Главное, помалкивайте. Получите щедрый кусок добычи. Вам это интересно? Команда мечты вызывает королеву. Команда мечты вызывает королеву. Проверка. Как съездили? Но он хочет, чтобы мы сами собрали эти детали. А у него есть корабль? Это мы не выяснили. Наши детали — части помпы. Может, он туннель собрался строить? А сколько денег? 250 миллионов без НДС. Щедрый мужик. Едем на встречу с ним.
Ваш катер? Арендованный. Роскошная модель. Полетит как птичка. Великолепный выбор. Грузите все на борт. Слушай, что скажу. Меня от этой бабы в дрожь бросает. Главное, чтобы она это не заметила. Слушай, ты не видел, как она того мужика застрелила? Ну как застрелила? Абсолютно, безо всяких эмоций. Надеюсь, у тебя морской болезни нет? Я смотрю на горизонт, так меньше укачивает. Так ты же вроде профессиональный моряк. Адмирала Нельсона тоже укачивало. И его тоже убили на судне? На корабле. Что она делает? Это пеленгатор. Он отображает точное положение корабля, в том числе и то, что под ним. А как он работает? Сигналы со спутников. Ну, а теперь что? Мы пришли минута в минуту. Отлично, идите на палубу. Идите сюда, что вы застыли? Скорее! Нельзя, чтобы ее засекли. Это просто корыто. Я бы на этой субмарине много денег мог заработать, но обещал ребятам, что они уйдут на ней домой. Где вы нашли команду? Сами пришли вместе с лодкой. Знали десяток слов по-английски, питаются дизельным топливом, привыкли жить в потемках. А детали вы купили за твердую валюту? Да, вы же видели. Абсолютно все можно купить. Задешево. Передний люк вот здесь, прямо над нами. Еще один в кормовом отсеке, но их заклинило. Это надувная лодка и капсула для выхода, на случай аварии. Для нас это как-то неожиданно. Ничего, вы быстро привыкнете. Я же не говорил, что будет легко. Мне нужны люди, на которых можно положиться. А это обычные люди, корыстолюбивые, беспринципные, с развитым чувством самосохранения. Самосохранение, говорите? Но вы же не за красивые глаза снимете со счета 250 миллионов и дадите нам. Так что вы задумали, зайти в Темзу и дать залп из всех орудий? Это слишком пошло. А что тогда не пошло?
Вы закрепляете помпы. Я даю вам деньги. Извините, пожалуйста. Эд, Беккет. Эд, Беккет. Если не можете говорить, хотя бы пошуршите. О, нет. Это придонное инженерное оборудование. С его помощью протягивали кабели связи по дну Урала. Урал — это горы. Вы пришли деньги зарабатывать или меня географию учить? Неважно, где его применяли. Главное, что я смог подсоединиться к кабелю на дне Северного моря. Телефонному кабелю? Чтобы перевести электронный платеж. Банк переводит деньги по проводам. Я перехвачу их и перенаправлю. А больше вас ничего не касается. Они могут нас засечь или отменить перевод. Не засекут, если сразу обналичить деньги. Тогда вопросов не возникнет. А в чем наша задача? Что мы должны делать? Это устройство затянет внутрь кабель. При этом надо помпой откачивать воду, иначе мы утонем. Мак Тиран сказал, что для установки помпы нужны запчасти. Достал их. А потом решил зажать. Роковая ошибка. Бывает. Это его инструмент. Посмотрите, годится ли вам. Как твой желудок? На глубине стало получше. Спокойно, друг. Не думай, что это субмарина. Думай, что это мотоцикл, который переезжает большую лужу. Отлично. Главное верить в себя, но один бы я не справился. Спасибо. Что теперь? Пойду посижу за компьютером. Потом всплывем для заправки. Где будем заправляться? У меня есть дизель, не волнуйтесь. Спутник работает, все будет в порядке. Без проблем. Добрый день. Вам назначено? Это компания Jacobs Doyle. Эта леди не туда зашла. Проводите ее к выходу. Конечно, сэр. По-моему, на корабле только половина экипажа. На лодке. Что? Подводная, значит, лодка. Все равно. Надо подгадать момент и саботировать операцию. Эд, главный вопрос, когда? И что за это будет?
Подготовиться к всплытию, джентльмены. Время пришло. Джейкобс Дойл торгует бриллиантами. Крупная компания, но действует без огласки. А они могут заключить сделку на 250 миллионов? Это лишь малая толика их возможностей. Итак, эта компания вела с нами дела. Нет, не вела. Что? Но ведь у нас есть с ними контакт. Я все проверил, мы никогда не вели с ними дел. Грэмми, ну должна же быть связь, деньги ушли к ним, иначе бы вроде туда не полезли. Да, но как? Мы не занимаемся бриллиантами, а Джейкобс Дойли только ими занимается. Это значит, что в вашем плане есть большая прореха. Я разговаривал с нашими компьютерщиками. Когда мы переводим электронные платежи в другой банк, наш компьютер соединяется с банковским компьютером, и они опознают друг друга. Деньги переводятся только после того, как компьютеры будут идентифицированы. Нет абсолютно надежных систем. Мистер Гарри, денег на шпионские игры у нас нет, я запрещаю. Люди умрут, мы можем потерять двоих человек. Я не знаю, где они и что с ними. Я ни за что не брошу это дело. Что ж, мне очень жаль ваших друзей, но это не мои проблемы. Быстро тащи этот шланг на берег, у нас мало времени. Я спущусь и подам тебе руку. Нет! Ты будешь качать насос, чтобы топливо поступало на борт. Мне нужен хороший сигнал от надземной антенны. Когда мы под водой, она плохо ловится, понял? Сигнал, да, спутник. Команда мечты вызывает королеву. Росс, ты там? Не знаю, слышишь ли ты меня? Она привезла нас на место, где нас ждала лодка. Представляешь, мы в океане, и вдруг, откуда ни возьмись, субмарина. Серьезно? Я не могу передать сигнал. Я не знаю, где мы. По-моему, у берегов Голландии. Проблемы? Нет, все здорово, вокруг ни души. Поэтому я и выбрал это место. Рукавицы не забудь. Погружаемся, погружаемся! Выполняйте свою работу, быстро! Эй, в чем дело? Взять его, быстро! Привет, Грэмми. Заходи. Спасибо, что пришел. Я пытался поговорить с кем-нибудь в Джейкобс Дойли, но они такие бюрократы, дальше секретарей не пробиться. А начальство ты совсем не боишься? Нет, делаю, что должен. Это моя работа, и мне все равно, что они думают. Есть. Они живы? Я прикрепила передатчик на куртку Эда. Если он еще на месте, значит, он на голландском побережье. Могло быть и хуже.
Слышишь меня, Бейли? Или как там тебе? Зря бежишь, все равно не спрячешься. Пространство-то ограниченное. Сегодня мы проложим кабель. Через час все будет готово. Я буду богат, а вот ты пожалеешь. Да говорю тебе, Броди не собирается отпускать команду домой. У него едва хватит топлива на несколько часов. А что же он задумал? На субмарине есть капсула для эвакуации. Он взял у Мактирна водолазный костюм. Я думаю, он хочет удрать и бросить людей. Отлично. А меня уволили. Что? Да, клиент нам не верит и приходится действовать самостоятельно. Шансов нет? Нет, но... Ты, главное, в офис не звони. Ну ладно, мне надо бежать. Меня ждут, пока. Что это? Подводные телефонные кабели. Здесь в последний раз всплывала субмарина. Здесь они бросили Эда? Да. Милейшая миссис Броди еще в Англии. Значит, и муженек где-то поблизости. Учтем течение и то, что лодка старая и ходит уже медленно. Я думаю, она где-то здесь. Отлично. Все сложное впереди. Я отправлю эти координаты Эду, и мне понадобится твоя помощь. Нам придется действовать почти наугад. Да. У вас есть сонар? Да. Так. Наведите его на кабель и следуйте по его длине. Да. Великолепно. Обезвредить его и приковать к трубе. Отлично. А теперь вон. Идите. Дело движется. Не подглядывать. Итак, кто против меня? Неужели та дебильная компания, в которой я работал? Где Эд? Эд? Ах, вот как его зовут. А как твое имя? Ты глухонемой, что ли? Беккет. Ну, мистер Беккет, у меня плохая новость. Эд умер. И вы умрете. А где хорошая новость? Хороших нет. Что вы делаете? Через минуту компьютер Кэмон и Росс соединится с компьютером своего клиента во Франкфурте. Звонок пойдет отсюда. Компьютеры в Лондоне и Франкфурте будут уверены, что связались напрямую, но связь пойдет через меня. Пароль.
Если станет известно, что я тебе помог, меня убьют. Если получится, ты станешь героем. Теперь у меня доступ ко всем сделкам Кэймен и Росс. Что ты ищешь? Какой-нибудь океанский трансфер, связывающий твой банк с Джейкобс Дойли. Для уволенного сотрудника ты слишком информирована. Я это делаю не ради работы, а ради Беккета. Этого-то звонка я и ждал. Кредитный перевод от Кэмэн и Росс, на который эта машина ответит правильным кодом. А я отправлю его в заданном направлении клиенту во Франкфурте. А если Франкфурт захочет сказать спасибо? Он соединится с этим компьютером, но будет думать, что это компьютер Кэмэн и Росс. А посередине я все получу, но никто не узнает. Здорово, очень впечатляет. Но ты так далеко от своих денег. Очень далеко. А тут есть хитрость. Когда я получу сигнал от Кэмэн и Росс, я сразу переведу его в другое место, где ждет моя жена. Как ты это делаешь? Училась. И 10 лет практики. Что? 247 миллионов кредита переведены во Франкфурт. Сумма верная, а направления нет. Это надежный клиент. Это регулярный перевод? Броди о нем мог знать? Да. Посмотри. Они показывают время. Все показывают одинаковое время, а одни на 3 секунды отстают. Может, в Германии не то время поставили? Да, точно. Сигнал не был перехвачен и отправлен в другое место. Да, конечно, никто не ворует деньги из банка. Они разделяют сигнал банка, чтобы направить электронный кредитный трансфер куда-то еще. Похоже, это торговцы бриллиантами. Один кредит пойдет по двум направлениям? Точно. Я создаю ложный кредит. Когда баланс не сойдется, все поймут, что что-то не так. Но будет поздно. Молодец. Сломал помпу. Погубил себя и весь экипаж. Это избавит меня от угрызений совести. А переводу ты не помешал. Попробую остановить. Вот, сюда. Черт. За 10 минут моя жена потратит все до последнего цента на бриллианты. Можно положить на счет, но бриллианты вечны. Никуда не уходи. Выпейте за меня, ребята. Наслаждайтесь, пока можете. До свидания, ребята. Вот, это она? Это затонувший танкер. Сигнал отражается от его корпуса. Дай нам хоть один шанс. Думаешь, это будет мудрый поступок? Прости, Беккет, я из этой кастрюли сваливаю. У тебя совсем нет совести? Нет. Без нее жить легче.
На радаре что-то есть. Где? Маленькая шлюпка, прямо над танкером. Да. Там есть шлюпка. Проследить за ней? Нет-нет, верните картинку. Туда? А вдруг это не танкер? Наша бухгалтерия подтвердила ваш платеж. Мистер Стивенс разъяснил наши правила. Вооруженная охрана до выхода. По улице я уже пойду сама. С таким сокровищем ходить опасно. Мы готовы предоставить вам охрану и проводить, куда скажете. Меня проводит мой помощник. Хотим остаться незаметными. Есть передатчик, мы все увидим с помощью видеокамеры. Так, если окажется, что это обломки, а субмарины там нет, срочно поднимайтесь. Что за обломки? Танкер называется «Калиста». Но говорю вам, там ничего рассмотреть нельзя. Опять вы? Произошло мошенничество. Женщина купила у вас бриллианты по несуществующему кредитному переводу. Это невозможно. Вот эта женщина. Она сейчас в вашем хранилище? Если я ошибаюсь, можете надо мной посмеяться. Если вы не правы, вашей фирме конец. Ждите. Там внизу что-то есть, металлическое. Может, субмарина? Нет, это «Калиста». Эти господа – оценщики. Кейс – подарок от фирмы. Сложите их в мою сумочку. Не хочу выделяться из толпы. Простите. Алло? Что? Хорошо. Поднимайтесь скорее. Вам нечего там делать. Слушайте, может, субмарина рядом, а танкер ее заслоняет? Я поищу. Как мне пройти на стоянку? Я здесь не работаю, леди. Здорово. Стоянка где? Джульет!
Она опустилась, когда завыла сирена. Так что же делать? Не бойся, я кое-что придумал. Дай сумочку. Теперь что? Он вас бросит. Заткнись, Брайан! Прости, куколка. Видишь, что творится? Вы поступила так же. Нет! А что мне остается делать? Я найму тебе адвоката. Не наймет. Брайан! Верь мне, любимая. Поднять решетку! Вы целы? Да. У меня GPS с координатами субмарины. Соедините меня с Эдом. Попробую. Говорите. Эд. Эд, слышишь? Ты почти на месте. Следуй на 400 метров к северо-северо-востоку от обломков Каллиста. Эд, ты понял? Эд! Ты слышишь, Эд? Эд! Сюрприз! Где экипаж? Они в герметическом отсеке, их уже вытаскивают. Держи. Маникюрные щипчики. Да? У нас для тебя подарок. Да, холодный, мокрый и с пузыриками. Это шампанское. Режиссер Эндрю Грифф. Продюсер Брайан Истман. Оператор Ник Ноланд. Композитор Гэвин Гринвей. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ретмедиа».